Не понял, почему там мост сломан? Бледный ты, как говно овсяное. Чего? Сам ты? А, нет, просто не прогружена была текстурка. Так можно было на Платве ехать? Ну да, можно было. Я думал, тут прыгать придется. Они такие, наверное, что это он делает? Что за маневры? Вронится. Пошла. Ну, пошли сразу к барону. Угу. Что, кто тут торговец? Неплохая работа моему Любушке подвернулась. Оно, конечно, не худшее. Вчера вот целое ведро очисток принес. Ели мы, ели. Нечто не страх. Когда знается барон, что у его свиней корм отбирают. Ага. Давай. Очистки. Радуются очисткам. Угу. На секундочку. Продолжаем. У нас вес, кстати, 90-90. Угу. Надо будет обязательно продаться. Я вздохнуть не могу. Должно быть, меня хмельной шиш ночью душил. Хмельной шиш? Морок, значится. То есть мне вот сюда? Нет? А, закрывается. А можно было просто подъехать на лошади? Нет, я подъехал, но не захотела открываться. Стой! Кто идет? Ты помедленнее. Ай, нельзя сохранить. Барон у себя? Смотря кто спрашивает. Ведьмак, хочу с ним поговорить. А я хочу оттрахать прекрасную королевну Церро. Я же его знаю. Ты давеча в корчме на распутье сидел. Я-то думал, ты по-хорошему пойдешь своей дорогой. Ну? Вот и пришел сюда. У меня дело к барону. И что за дело? Твое какое важно дело? Только для его ушей. Добро. Лодрин, пусти его. А ежели он что учудит, так нас все одно больше. Открыть ворота! Вы на воях-то не особо походите нормально. Ардаль! Ведьмак к барону! Только тихо. Понял? Понял. Этому Пузану так хотелось поэтому и в темерском по панцирю постучать. Не твое это дело. Дезертир? Нет больше темерского войска. Так что ты тут делаешь? Когда черные нас разбили, у нас был выбор. Смириться и попробовать жить нормально. Или уйти в партизаны и сражаться за родимую Темерию до последней капли крови. Мы выбрали первое. И барон вами командует? Ну да, командует. А мы видно, как вот тут. А твое бледное рыло людей не бесит? Вот они грубости выпрашивают у меня. Ну да. Скажу, все скажу, где покража спрятана. Твои дружки. А видишь, как они тут первый ага вариант выбирают. Ага. Население грабят. Силы на казнь прибереги. Мастер ведьмак. Недалеко. Вот в зиме были балы. А,
Танцевал я там пару раз с моей Анною. Нас! Как мы там кружились! Раз, два, три, раз, два, три. Хватит! Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай? У тебя и без того гостей хватит. Даже на чай не остались. А еще, говорят, культурная нация. Я пришел по делу, это пустые разговоры. Да по делу. Я знаю, кто ты. Догадываюсь о том, с чем пришел. Прошу. Располагайся. Ты видел, как у него голова повернулась? Где-то у меня была еще водка. Тебе хватит уже. Нашел. Выпьешь? Дадут выбор? Да можно, я думаю, выпить, почему нет? А то еще скажут, что он невоспитанный такой. Геральт, он, в общем-то, пьющий достаточно. Почему бы нет? А вот это я понимаю. Фольтест уже нет. Не знаю, что там с Наталисом. За чье здоровье теперь пьет верный тимерец? Выпьем за встречу. Выпьем. Ну, к делу. Я Филипп Стенгер. Мужичье меня зовет Кровавым Бароном. Геральт из Ривии. Мужичье меня зовет Мясником из Блавикина. Я уже сказал, я знаю, кто ты. Признаться, мы только потому и разговариваем. Как тебе велен? Ну, прекрасно, это сарказм. Скверное место, как везде, в общем-то. Давай сразу к делу перейдем. Давай к делу. Я пришел не пейзажи обсуждать. Это зря. Сразу видно, ты тут недавно. А между тем, здешние болота и трясины — крайне интересные места. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей. Объявление. Услуга за услугу. Ну да. А кто у него там пропал? Я вот не помню. То ли жена, то ли дочь. Ну да, а он танцевал с кем там? Да там служанка какая-то ходила, подметала. Ну вот и я так понял, а... Странно, ну ладно. А чего нет, он дурачился просто. А, понятно. Ты скажешь, наконец, в чем дело? В Цири? Ты же здесь из-за нее? Значит, она тут была. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, а смердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Сказала, что по пути к деревне на нее напали чудища. Опа. Цирилла. Играя за Цириллу, вы не можете использовать рюкзак, а также накладывать знаки. А, только мечи. Этого еще не хватало. Надо уходить. А собирать траву есть смысл? Не уверен. А вдруг пригодится? Соберу. Не зря же ее тут положили. Погодите!
Ей надо помочь. Ого, это у ворот такой? Ага. Ай. Непривычно. Ну да, такое расстояние дико. Она плавче Геральта, конечно. Можешь слезать. Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Я не теряюсь. Я никогда не теряюсь. Ну да, конечно. А что ты делаешь одна посреди леса? Ищу потерявшихся девочек. Что с тобой случилось? А, ты про это? Пустяк. Скажи лучше, где ты живешь? В Залипье. Там бы тебе все раны залечили. Можно еще спросить, откуда ты тут взялась? Угу. Откуда ты тут взялась? С дядькой пришла. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы наесться. И сказал, что подождет. Но я и шла. А там летел мотылек. Я побежала за ним, ну и потерялась. Почему папа отправил тебя по сладкой тропинке? Ну, потому что утром еды не было. Не поняла. Я немножечко плохо себя вела. Разбила крынку с молоком. Родители, наверное, разозлились. Мама наказать меня хотела, а тетя сказала, что и так слишком много ртов кормить. И что как пойдем по сладкой тропинке, так все заботы из головы и вылетят. Нормально. Когда вы с папой вышли из дома? Утром. А солнце тебе светило в лицо или в спину? В спину. Значит, надо идти на восток. Тогда пойдем, я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. У волков нет королей. У этих есть. Ты сама видела? Да, то есть нет, то есть из-за деревьев. Он был вот такой огроменный. И глаза у него во, и зубы большущие. И весь он был ужасно страшенный. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Там трупы остались, ну хотя, наверное, тебе без разницы. Да, я думаю, без разницы. Мясо это. Я что хотела сказать. Помнишь, мы книгу читали «Не ходи в лес, не ходи». Там про кренделя, про булочки, про быстро, эти. Быстро, спрячься! Раз выйдем про сладкую дорожку, про эту тропинку. Да. Я так понимаю, здесь вообще все гораздо проще. У них тут голод, ты слышал, что они постоянно про еду говорят? Ну да. И она, девочка, вот рассказала, что слишком много ртов кормить. Ее, похоже, сюда и отвели. Ну, это очевидно, что зачем они ее сюда отвели. Избавиться от лишнего рта. Да. Я просто к тому, что, судя по тому, что целая книжка про это, здесь на поток это поставлено уже. Да, возможно. Ну да, может не книжка, заметки просто, но можно сам выходить. Факт. Ну ты храбрая. Даже... О, здорово. Ой. Их подрали. Наверное, у этой твари здоровенные когти. Фу, блин, я думал, полутать можно. Не обратил внимания, что там осмотреть. Ну, он сказал, даже мой дядька так не умеет.
Ну да. Глянь-ка, что там лежит. Подожди тут. Не подходи. Но... Никаких «но». Останься здесь, я кое-что гляну. Белки красные, все еще влажные. Умер недавно. Рот раскрыт. Губы перекошены. Но язык прокушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Раздавленная грудь. Ребра пробили легкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Нога оторвана. Или, скорее, кто-то ее отгрыз. Фу! Жуть какая! Стой там и не подглядывай. Костный мозг высосан. Интересно. Посмотрим. Печени нет. Сожрали. Зачем ты копаешься у него в животе? Посмотри лучше, у тебя шнурки завязаны. Похоже, малявка не выдумала этого волчьего короля. Это волколак. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Ну да, конечно. Это волчий король его подрал. И с каких это пор дети стали такими умными? А что мы будем делать, если он и на нас нападет? Хороший вопрос. У меня нет серебра, но я могу приготовить масло. Масло? Подсолнечное? Нет, особое. Из собачьего сала, борца, собачьей петрушки и волчьей печени. От него волчьему королю будет очень-очень больно. Какая ты умная! Откуда ты знаешь такие штуки? Тебя тятенька научил? Нет, не тятенька. Дяденька. Дядюшка Весемир. Вот, все-таки, значит, надо собирать. Петрушку еще нужно найти. Петрушка. Где бы взять петрушку? Кстати, у меня нет чутья. Волки, слышишь? Прячься! Быстро! Вот бы Геральт так умел. Сразу за спину врагам. Ай. Хотя тут, конечно, привычка нужна, то есть... Расстояние. Да, да. А еще у нее здоровье Всё. Восстанавливается. Можешь выходить. Круто. Отлично, все есть. Осталось найти место, где можно развести огонь и спокойно приготовить масло. У нас же еще не все есть. Ну да, я вроде петрушку не собирал. Ну или да. Там петрушка где-то подвернулась. Ты что делаешь? Масло для меча. Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Весемира. А, все сделали? Даже так? Иди за грядкой.
И часто родители детей на сладкую тропинку посылают? Иногда. Ой. Брюхо все разодрано. Когти очень мощные, волки бы так не смогли. Да ё-моё, хоть загружайся, чтобы послушать диалог полностью. Угу. А ты сохранился недавно, да? Ну, чекпоинт, я думаю, должен быть. И часто родители детей на сладкую тропинку посылают? Иногда. А иногда сами идут. И возвращаются? Ты что? У них же там еды полно. Ага. Полно, завались просто. Я не пойму, с какого места мы начали, но похоже, это продолжение все-таки. А, ну вот собачья петрушка. Вот. Отлично, все есть. Осталось найти место, где можно развести огонь и спокойно... Ну, я проскипаю тогда, угу. Раз уж мы отсюда как бы начали так немножко раньше. Ты что делаешь? Масло для меня. Посмотрим. А почему диалоги немножко раньше? Странно. Ну, вообще-то... Это, видимо, рандом какой-то идет в диалогах именно, в обсуждении. Угу. Я все смотрю на это, что происходит. У меня жесткое такое, знаешь, дежавю... Есть у братьев Гримм сказочка. Там вот, кстати, тоже вот есть Грета. Правда, брата тут ее нет. По сказке, мы за брата. По сказке там у него брат Гензель. И вот очень пока все похоже. Там тоже голод отвел отец детей в лес ведьме. Тут тоже, кстати, про ведьму говорят. Да, да, да. Вот. И они добирались домой, бросая сначала камушки, потом хлеб. В общем, там все очень сложно. А смотреть, не смотреть, но смотрю, наверное. Свинья? Смотри. В таком месте? Значит, где-то рядом есть люди. А, то есть, видимо, диалог был тот затриггерен. Именно тоже там свинья была. Угу. Я ее смотрел, и вот то же самое. Угу. Будешь что-нибудь рассказывать сейчас? Вроде нет. Дай-ка сохранюсь. Брюхо все разодрано. Когти очень мощные. Волки бы так не смогли. Суть в том, что еще один момент есть с кожей. Там тоже просладкое было. То есть заманивали в пряничный домик. Угу. А здесь, видишь, тоже... Тропинка вот. Сладостей. Да. Очень много совпадений. Ну, это явно отсылочка. Что это такое? А развернись-ка. А, я думала, там пещера. Ничего, просто. Просто кажется, что что-то подозрительное. Ну да. Веди. Ну, опять же, вот, допустим, никаких волков там не было, по-моему. Хотя не помню. Это давно было, когда я читала эту сказку. Опа. А что опа? А товары то, что есть? Труп еще коровий. Тоже. Ну, это, похоже, просто обглоданный. Угу. Подожди, повернись-ка налево. Ну, мост. Мост. Ну, ладно, пойдем. Мне почему-то показалось, что мы около той башни находимся, в которую попасть не смогли. А я вот, кстати, хотел посмотреть. Я могу? А, меня сразу на карту открывают. Так, а мы... А, нет, мы смотри, в другом где месте. Мы. Далеко. Ага. Я на самом деле даже вот не знаю, как тут вот... немножко темно. Как боишься? Вырежет. А ты? Нет. Ну и я нет. Волчий король, теперь ты мне веришь? Верю! Прячься!
Сейчас будет драка. Да. Ой, темно еще так. Чего ты не лочишься-то на нем? Это же неудобно. Попал. Смотри-ка. Так, давай-ка сам нападай на меня. Не торопись сейчас. Есть. Ага, готов. Ну ты даешь. В жизни такого не видал. Малявка, вылезай. Тебе повезло. Вовремя мы подошли. В лесу мы видели одного, менее везучего. Это Ярон. Мы возвращались из подлесья. И это чудище на нас напало. Я-то сбег, а Ярон... Эй, тише. Тут же малявка. У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой, человек серьезный. Он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст за убой волколака-то. Ну ладно, веди к своему хозяину. Это, я так понимаю, как раз к этому, к барону. Да-да-да. Да, точно. Таки голодные обе. И кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь. А вторая? Ни та, ни другая. Дочь-то я узнаю? Та, что постарше, может, и не ваша. Но шибко похожа. Так как? Будет награда. Я тебе, сука, покажу награду. А ну, упёртывай отсюда, пока я пса не спустил! Ну, вкусный гуляш? Очень. Спасибо большое. Я не ела уже. Да я вижу. Рад, что нравится. Как подкрепишься, ванна для тебя готова. А потом и поспать недурно, а? Грядка за печкой, а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни. Спасибо. Я... Тихо, тихо, ты ешь спокойно. Мы еще поболтаем, когда отдохнешь.